13 февраля в Городецком районе прошел ставший уже традиционным чемпионат Нижегородской области по мотокроссу имени почетного гражданина города Городца Виктора Алексеевича Труфанова. Свыше 40 спортсменов из разных городов Нижегородской и Владимирских областей Республики Чувашия приняли участие в заездах разных возрастных групп. Участники соревнований показали достойный уровень спортивной подготовки и, несмотря на экстремальные погодные условия, справились со всеми этапами мототрассы. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, а любой желающий в этот морозный и снежный день мог согреться горячим чаем и отведать настоящей полевой кухни. В открытии мотокросса приняли участие председатель земского собрания Городецкого района Николай Поляков, первый заместитель главы местного самоуправления Городецкого района Андрей Сатанов, глава города Городца Александр Жиряков, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации района Андрей Заботин, сын Виктора Алексеевича Труфанова Алексей Викторович, а также многочисленные болельщики. Сегодня мы с вами проводим традиционный мотокросс в памяти почетного гражданина, уважаемого человека Труфанова Виктора Алексеевича. Все помнят его великие дела, поэтому сегодня такой тоже день приурочен к этому. Давайте проведем спортивное мероприятие весело, без поломок, и пусть победит сильнейший. Стало доброй традицией собираться на городецкой земле в феврале месяце, проводить соревнования в честь моего отца, Труфанова Виктора Алексеевича, который долгие годы работал главой администрации. Хочется пожелать, несмотря на погодные условия сегодняшние, что, как было сказано ранее, данные соревнования сегодня пройдут в хорошей паре. Снег даже дает некоторых, так сказать, преимущества для участников. Ну а всем участникам и гостям хочется пожелать.